На перекрестке у Белого дома столкнулись 5 автомобилей. Массовое ДТП произошло 28 августа около 3 часов дня. По информации областного ОМВД, водитель автомобиля «Chevrolet Blazer» двигался по улице Мира в сторону улицы Горького и вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время там как раз стартовал поток машин с Октябрьского проспекта в сторону площади Ленина. «Chevrolet» врезался в автомобиль Hyundai, который принадлежит такси. А после столкновения с Hyundai нарушителя выкинуло на встречку, где он врезался в микроавтобус «Мерседес». Тот, в свою очередь, столкнулся с автомобилями «Ниссан» и «Лада». Известно о 5 пострадавших, в том числе 16-летней девушке. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Информация уточняется. По нашей информации, 2 человека, пострадавших в этой аварии, госпитализированы. Среди них и 16-летняя девушка, которая была пассажиркой такси. Еще 3 человек медики обследовали и отправили на амбулаторное лечение. На устранение последствий аварии у спасателей и сотрудников ГИБДД ушло несколько часов. Всего на месте ДТП работали 19 человек и 7 единиц техники, в том числе от спасателей 6 человек и 2 единицы техники. Помимо деблокировки пострадавших, они отмывали асфальт от бензина и масел, что вылились во время столкновения автомобилей. Все это время движение по Октябрьскому проспекту, улицам Мира и Горького было затруднено.